Всем приветики, с вами канал Артмания. Сегодня Димочка пробует ананас. Купили кусочками ананас в перекрестке. Будет пробовать его первый раз. Да? Подожди. Первый раз будет Димочка пробовать ананасики. Ему я порезала уже вот так вот кусочками. Да? Тебе интересно, какой ананас на вкус? Пробуем? Пробуем. Давай. Руками только. Руками, да. Вот такие вот у него тоненькие кусочки. Я тоже буду пробовать. Мне нравится. Нравится? Он, кстати, очень сочный и сладкий. Когда мы покупали ананасы в сиропе, мне казалось, что он не со сладкий, там сахар добавляют, что они сами по себе другие. Вкусные. Мы взяли большую упаковочку, там было 6 кусочков таких вот тоненьких. Не зря. Да? Что ты там выплевываешь? Ну там, кстати, что-то посередине есть какая-то жесткая. Такое, какая-то... Как вот посерединке пленочки, они тяжело жуются. Жуй-жуй. Доплевывать тогда. Доплевывать всегда. Они такие сочные. Прям обалденные. Там, может быть, косточки были или что-то, не знаю, даже не помню. В детстве, Дима, в детстве как-то раз, я помню, мама покупала ананас, что-то мы долго с ним мучились, пока чистили, пока это, то, все. Я даже не смутно помню, что там внутри, какой он вообще. Ну, здесь вот они кусочки такие. Вот оно видно, вот он. Непочищенный там. То есть такой вот. А ты думал, что очень вкусный. Угу. Очень. Тебе понравился? Да. И зато купим. Ну кушай, а что ты там собираешься опять из них? Знаете, он настолько сочный, мне кажется, из него можно делать прям сок, и сок из него будет прям вообще очень много. Да? Он сладкий? На что похож он? Похож на лимон. На лимон? Да. По цвету, что ли? Да. А по вкусу? Да. Да, там такие какие-то пленочки, они тяжело очень жуются. Это уплевывать. Уплевывать? Да. Ну, их можно и прожевать. Понравилось тебе? Еще будем покупать? Будем. Надо попробовать купить, наверное, целый ананас большой. Я не думаю, что он, наверное, тяжело так разделывается. Еще один буду и ананас. Угу. Можно его не чистить, а вот, наверное, нарезать также на кусочки. А потом почистить уже. Наверное, так. Если хотите, чтобы мы купили целый ананас, целый, давайте наберем с вами 20 лайков. 20? Да, наверное, 20. Наберем 20. Одно? Давайте 10 тогда. Одно. Ну, один это точно там будет. 100%. Давайте 10 тогда, раз одно. Да? 10 лайков наберем с вами. Вот там внизу ставьте лайк. И тогда мы с Димочкой купим целый ананас большой. И вместе с вами его будем пытаться разделывать, почистить там. Да, подписывайтесь, скажи, пишите комментарии.
И еще один дай. Еще один? Не, давай пока что чуть-чуть. Димочка, кстати, да, первый раз пробует ананас. Сейчас мы с тобой посмотрим, чтобы у тебя не появилась аллергия или что-то такое. Мало ли. Нет. Мало ли, что может быть у него. Первый раз все-таки ты пробуешь. Вот. Всем спасибо. С вами был канал Артмания. Подписывайтесь. Вот там вот кнопочка подписывайтесь. Ставьте 10 лайков, и мы с вами покупаем целый ананас. Вместе с вами будем его разделывать. Пишите комментарий, как вам понравился ролик или нет. И напишите в комментарии, что вы хотите, чтобы Дима еще попробовал такого интересного вкусненького, потому что перепробовал он уже довольно много. Не так уж, но много. Так, что там еще? Комментарии, лайки, да, подписывать. Все, что ли? Всем пока-пока. С вами был канал Артмания. А, и смотрите другие ролики, наши влоги.